Так, ребята, всем привет! Я сейчас на Хрещатике, и тут проходит такой импровизированный парад знищенной техники Русни. Тут мы видим САУ, танки, вон САУшка, танчик. Вон какой танк, зажаренный танк. Дальше идем. Тут очень много народу, так как выставка сегодня только открылась. Такое дуло. Смотрите, вот. Все-таки удалось Русне провести парад на День независимости. Очень много народу сегодня. Я даже не представляю, что будет. О, нычка. Нычка. Какие-то бревна лежат, я не знаю для чего. Видите, сколько танчиков. Я правда не знаю, но там модели танков всех. Ну, в принципе, вот так вот. Не знаю, и сколько будет проводиться она здесь. Ну вот тут около 111 техники знищенной Русни. И подвозят еще. Ну тут сначала танки идут, дальше там будут БТРы всякие, станции Перешкод. Разновидность еще одна танка. Ути, боже мой. Что тут у нас? Ребята, это кровь. Бинт с кровью. Или вата. Вата. Какие-то вот тоже что-то хранилось. Интересно, я хочу сказать вам импровизацию. Вот это вот САУ. САУ, видите? Очень много народу, очень. Вот, ребята, вот станция Перешкод. Еще есть попало сюда. Фигу зиму. Станция Перешкод. Радио. Вот дальше у нас Санцепек. Тоже хваленый солнцепек. Вот он как выглядит. Дальше еще подвозят технику. Вон. Я вижу. Единственное, что интересно, таблички, если бы еще были, что где означает, какая модель, что это за агрегат. Зешка, кстати. А там сейчас будут еще один. Еще одну технику привезли. Вон, САУшка еще одна. Прикольный парадик. Как никогда. Ну, видите, какой разбитый. Да видно надписи какие-то, сдохни, что такого. Сейчас буду ставить САУшку здесь еще одну. Типу зиму. Ладно, можно пока пройти там.
Так, идем дальше. Тут пока грузят, люди смотрят, что сейчас вот эту саушку будут ставить. Идем дальше. Там тоже много БТРчиков, БТДшчиков стоит. А я с плащником снимаю этот видос, чтобы потом не склеивать. Народ гуляет. Сейчас увидите заряжающий для урагана. Вон стоит заряжающий для урагана. Там люди в комментах подсказали, что это. Я вел трансляцию в ТикТок. Мне люди подсказали, что это за агрегатик. Вот. Стоит. Тоже. Сидушечки сохранились, видите? Руля нету, но сидушки сохранились, не сгоревшие. Вот. Тут видите кранчик, который заряжал. Кстати, ураганом обстреливали недавно вот Николаев или Никополь. По-моему, Никополь с урагана расстреляли. Новый. Вот это следующий, это тайфунчик стоит. Такой тайфун. Там дальше еще один тайфунчик стоит. Это я видел, да, это, да, видите. Не открывается. Есть человек интересующийся, но почти не открывается. Видите, БТР. БТРчик. БТД. БТД. Вот тут дальше, по-моему, ракушка стоит. Да, это ракушка называется, вот эта дичь. Вот, ракушечка с Байрактара приглушенная. Видите? Вешка знаменитая. Какие-то кусты вон. БТД. У них такой Панцирес. Панцирес. Тоже хваленый. Юридическая техника хваленая, блин. Вот, ничего не осталось от панциря. Кстати, там дальше еще один панцирь стоит с такой кабиночкой. Тут еще кабиночка у этого панциря находится. Но ее уже сбили нахрен. Ёптя. За Бучу, за Одессу. За Конотоп, за Каховку. Тигр. Тигр, тигр, тигр. Я тигра ничего не осталось. Внутренности вообще все разбито. Ну тут, конечно, сидушки еще есть. Вот. Сидушечки остались еще. Да? Расплавленные окна, бронированные, видите. Не ущу, зигов, как гов. Ничего. А вот еще БТРчик. Ты боже мой, плюс какой идти. Вот они, БТДшка, Вэшка, БТДшка, Вэшка. Вот такой вот парадик импровизированный проходит на Хрещатику.
Так, дальше еще один БТРчик. Вон там видно панцирь. Не, не панцирь, просто КамАЗ, который просто перевозил боеприпасы. Дальше два КамАЗика. Вот это вот уже похоже на станцию Перешкод или радиолокационную станцию. Хрен его знает. Ну там видите. Дальше что у нас тут? Ну, видите, они все в песочке, в грязешке. Как будто вытащили, блин, знаете, с окопов. Потом еще преском притухнуло и все. Вот, видите. Пехотинцев. А это вообще не пойму, что это за прямоугольная дичь. Что это такое? Вопрос. Что это, блядь, такое нахрен? Это штаб, что ли, был? Что это? Ну да, тут. Да, скорее всего, это штаб. Что-то для связи, что-то такое, видите. Это боеприпасы подвозили КамАЗе. Боеприпасы. Вообще. Что вообще такое? В общем, неплохо. Молодцы. Такой выставка четкая такая. Знаете. Это вообще тоже непонятно, что-то такое тут стоит. Ух, какие бузи мы. Вон еще один тайфунчик стоит. Да, вот тайфун. Это я уже знаю, у них такая кабиночка необычная. Дальше еще один. Видно, там БТРчик. Стоит БТР. А вон там дальше есть еще один панцирь стоит. Или тайфун. Это там дальше. Вот. Еще один БТРчик. В общем, ребята, очень классно идти. Видимо, что-то вообще открывается. Видите, тут вообще все. Бак подбит. Ахмин. А вот, вот отсюда они выгружались все. Смотрите, сколько осколков тут вообще до хрена. Кто хочет, приходите на память, берите осколки. Вообще это со всей дури как летит, вообще нахрен. Мелких очень много деталей, можно порезаться легко за невнимательность. Итак, и подходим к последнему, так сказать, единицам техники парада. Это снова же Тайфун и Тигр. Нет? А нет, это не Тайфун, это какой-то тоже единица техники, возможно, тоже типа что-то связано с пехотинцами перевозить просто для личного состава. Вот. Видите, ничего не осталось почти что. Просто кабина и сидушек ничего нет уже. Тигр. Тигр. Кадыровский тигр, блядь. На. Так, что тут? Ракеты. Смотрите, ракеты здесь находятся. Вот кабина.
Сидушки, правда, остались еще. Также панель управления. Поплавим. Значит, что осталось? Фу. Вот такой вот тигр. Зажаренный тигр. Там еще один зажаренный тигр. Вот один тигр. Помню, на параде, блядь, ехали такие гордые, блядь. В 2021 году. Обойдем, посмотрим. Вот. Смотрите, вот. Руль остался. Ну, все выжжено абсолютно, ну, кроме железа. Вот. Водка, я не знаю, русни, которые не украли, или кто-то тут ее сюда запихнул. Вон еще один тигр. И БТР. Вот такой вот там парадик. Ребята.